Всем привет! Всем привет! Вы на канале Ирочка Инфо. Сегодня я впервые с мамой делаю челлендж «Угадываем вкус чипсов». Ой, это так для меня будет сложно. Надеюсь, да, что я хоть один балл, но я его возьму. Так, мы устроили это конкурс для того, чтобы проверить, кто из нас лучше знает вкусы чипсов. Папа нам поможет, он будет вести счет и считать, кто выигрывает. А вы, в свою очередь, напишите нам, за кого вы болеете. За меня, за маму, либо... За меня, за Иру, за меня. Только Ира чур, не жульничать. Я знаю, что ты жулик еще тот. Любишь подглядывать или еще что-то. Чтобы все было честно. Хорошо. Ну все, да, поехали? Так. Закрываем тебе глаза. В принципе, тебе будет легче, потому что ты уже не первый раз все это пробуешь. А мне намного сложнее, несмотря на то, что я тебя старше. Потому что я вообще чипсы не любишь. Говоришь, они вредные. Ненавижу чипсы. Химия. Нельзя. Да? Да. Ты сама себе или я как-то вот так вот? Да нет, я сама себе. Не могу дышать, ты не закрыла нос. Все? Нормально? Да, да. Вкусняшки будем пробовать? Не вкусняшки, а чипсы. Вкусные. Так, я сама себе. Я еще должна помочь разрезать пакет, потому что мы специально не раскрывали, не разрезали, чтобы все было по-честному. Ну что? Мам, вообще даже поехали. Не знаю, что это чипсы, все, да? Вы точно ничего не видите? Да, мы точно ничего не видим. Ничего, ничего. Да. Что? Ты где? А вот твои руки. Все. Так, здесь где-то были ножницы, нет? Есть ножницы, вот. Ну что, давай, папа. Я готова тебе помочь. Достану. Так, первый у нас будет... С таким-то вкусом, да? С таким-то. С таким-то. С таким каким? С каким вкусом? Поможешь? Да. Так. Здесь нормально? Как я держу? Да, нормально. Все, разрезай. Ну все, хватит, я вот так достану. Оп. Все. Так, даем в руки, да? Ты даешь мне и Ире в руки, да? Вот так. Да. Да. Так, вот как оно выглядит. Ере даем. Держи. Вот, спасибо. Все, пока нет. Пока не вы точно не видите? Да. Нет. Я лично точно ничего не вижу. У меня все темно. Ну все, что, первый Ира. Давай. Я пока что не говорю. Так, и мне можно, да? Да. Фу, какая соленая гадость. Это бекон. Так, мы твой ответ услышали сейчас. Я тоже считаю, что это бекон, потому что чувствуется прямо как вкус вот этого мяса какого-то. Еще такой ужасно соленый. Да? Мясо здесь? Не знаю. Бекон какой-то. Что-то соленое. Либо краб, либо бекон, не знаю. Такое какое-то очень соленое. Стой, мам. Да, это... Как его? Бекон. Угу. Так, счет у нас 0-0. Почему? Потому что они не угадали никто. А что это? Не скажу я, что это. Ничего себе. Не угадали никто. Ладно, я Ира, их не ем, а ты? Второй... Давай. Вкус у нас... Нет вкуса. Ненавижу такие чипсы. Так, всем видно что-то? Все видно. Все, держите. Так, я помогаю. Еще не открыли, я уже руку держу. Думаю, это будет вкусняшка. А то так. Предыдущий мне не очень понравился. Мне тоже не понравился, ужасно соленый. Не соленый вообще, вообще ужасный вкус. Безвкусный. Я вообще подумала сразу, что это сыр. Вот
Так, вот как оно выглядит. Ира. Да. И маме. Так, Юра, ты молчи, и потом мы вместе с тобой говорим. Не так, как ты вначале, и потом я. А, пробовать. Говорим раз, два, три. Сыр! Раз, два, три, да? Сыр. Да. Счет по-прежнему 0-0. Ужасно. Сметана. Я не знаю, засчитывать или нет. Ири? Это сметана. Уже все. Так, а, ты не с первого раза вы угадала. Все, я только сейчас почувствовала. Так, а вы еще Ира. Так громко оба. Сыр, Ира, сыр. Все, 0-0. Пока 0-0 не считается. Все. Мама, ну я уже почувствовала. Так нечестно. Нечестно? Нечестно. А как это нечестно? Я тоже могла потом сказать, что сметана. Потому что вкус такой какой-то, как будто либо с сыром, либо со сметаной. Да, вы оба сегодня в ударе. Я только сейчас буду. Так, всем видно с чего-то? Видно. Я поняла. Держи. Мама, первое это было сыр, наверное. Да? Да. А второй сметана. Как мы не смогли угадать? Ой. Я не знаю. Я ем чипсы вообще очень-очень редко. Практически не ем. Ну почему я тоже в последнюю очередь? Оставь. Мама, ты первая будешь говорить. Я немножко подумаю. А то как быстро я говорю, мне давно балла еще не выиграл. Так, вот как оно выглядит. Да, я была уверена, что это сыр. Руку. Ой, это сложно. Я вначале, когда Ирочка устраивала тебе челлендж. Все, молчите, знаю, пока. А как ты можешь знать, если ты еще не пробовала? Знаешь? А я понюхала. Ну все, давайте. Пока никто ничего не говорит. Что ты знаешь? Я знаю. Так что, на счет три? Нет, пусть мама первая скажет. Два вместе. Раз, раз, два, три. Краб. Бекон. У нас получается, Ира первый номер, ты второй номер, да? Да. Чтобы я знал, как правильно сказать счет. 1-0 пока. Ура! Ира ведет. Да, это на самом деле бекон. Ура! Ну, я вообще-то и как бы предполагала, что Ира должна будет выиграть, потому что она с этим чаще встречалась. Я сразу понюхала, и вот мясо, 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 мясо. Так, следующий у нас. Я должна его угадать. Ну, старайся. Мама, так, ты его не должна угадать. Вообще не вкусно ничего. Вкусно? Нет. Вкусно? Тяни чуть тебе, чтобы я мог. Эй. Нормально, да? Нормально. Что это вообще? Все, оставь. Подходит? Гаток? Все, не срывай, да? Все, да. Все, видно. Ой. С чем? Видно. Что? Так. Или хоть один маленький балик такой, масенький-масенький, сегодня заработаю. Держи. А, где? Вот. Все. Я могу даже не пробовать. Или надо? Как хотите. Главное, чтобы угадывать. Ну, подождите, так, оба. Все. Давай, раз. Давай. Да, стой. А, вы кушаете, давай. Да. Краб, вот теперь краб. Краб. Краб, не знаю. Краб. Так, у оба говорить краб. Окончательный ответ краб у вас, да? У меня краб, точно. Краб. Ну, счет 2-1. Угадали. Наконец-то я заработала масенький 1 балл. Да. Ну, невкусный этот краб. А вообще мне не сильно, никакие не понравились. Очень вкусный с крабом. Спасибо. Все-таки чипсы, наверное, для детей, не для взрослых. Пап, спасибо, что ты купил с краба. Так, держите, помогите. Да. Вы сами знаете, я очень люблю краб. С
сухарики, да чипсы, главное с крабом. Ну все, хватит, я смогу достать. Да? Да, да. Все, все видно готов. С чем. Готов, да. Ну, посмотрим. На какой стороне удача? На чьей стороне? На чьей, на какой? На этой стороне или на этой? Так. Такие огроменные они. А тебе попался такой, да. Ерей маленький. Опять такой вонючий. Они все такие вонючие. Раз, два, три. Так что? Тихо пока. Ты догадалась? Сейчас доем и скажу. Ой-ой-ой-ой, я догадалась. Раз, два, три. Сыр. 3-1? Как 3-1? Если было 2-1, и вы сейчас оба угадали. А, 3-2, что ли? 3-2. Что ли? 3-2. Можете снять повязки. Мне интересно первый вкус, что было. Когда... Я вот, знаю, что это было. Я как их... Я знаю, что это было. Открыл, вот пальчик. Это был, этот паприка. А, точно. Паприка? Точно была паприка. Она такая соленая? Да, это точно была паприка. Значит, что мы не отгадали? Это была паприка. Вы не отгадали первые два. Да. Давай я посмотрю. Так, это мне паприка от... была. А, действительно, Ирка, ты все знаешь. Паприку. Паприку не отгадали. Но она и сметану. Такая... И сметану, второй вкус не угадали. Оба сказали, сыр. Да. Да, вот так. Ну, я хочу посмотреть, как оно выглядит, эта сметана. Ого, ага, прям смотри, зелень. Да, а ну. Ну, не знаю, я перепутала с сыром. Да, а паприка, красная? Очень, смотрите. О, она действительно печеная. Ой, фу. Ой, фу. Бекон мне тоже, а бекон отгадали? Бекон? Ира отгадала. Да, а, Ира отгадала. А я сказала, что это краб, да? Да. Стой, что я выбрала? Такой. Ну, вот, я хочу сказать, из всех этих вкусов я бы могла бы съесть сыром. Я да. Сметана и краб. Ну. Ну что, Ирка, поздравляю. Спасибо. Давай твоей ручкой. Правой. Ты выиграла. Спасибо. Ну что, давай прощаться. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал Ирочка Инфо. Пишите в комментариях вопрос. Пишите в комментариях, какие чипсы вы любите и какие чипсы у вас продаются. Пока-пока! И за кого вы болели? Да. Может, за меня тоже кто-то болел и переживал, и я не оправдала их надежды. Все, пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал.